Ребятушки, всем привет. Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. Всем привет. В общем, на Тимур полей, вон там горит. Шашлычок. Опять неожиданно. Я же замариновала, это, девочки, видео сегодняшнего дня, выложу завтра. Замариновала, думала, поставлю в духовку. Вот эти ножки, картошку почистила. А потом что-то с Эдиком подумали, давай этот, ну давай на костре пожарим. И в общем жарим. Это лыточки и картошка. Вот здесь тоже огонь. Вот, Тимур. Смотри, а то мы сейчас, папа нам доверил, сейчас мы тут пожгем все. Вот такой шашлычочек. Вот-вот, с этой стороны. Шашлычочек. Чё, Тимур, как на работе дела? Пока хорошо? Почему пока? Горит, Тимур, шижи этот, поливай. Сейчас сгорим. Бутылку не убирай, оно в любой момент этот огонь будет. Смотри, горит мясо. Тимур пораньше приехал сегодня. Что, продал что-нибудь сегодня? Сегодня три велосипеда. Три велосипеда? Да. Молодец. А он тебе доплатил? Ну, да. Да? А квас, мороженое, вот это все продается хорошо? Да, конечно, берут. Берут, да? Вон там, глянь, ножка уже одна сгорела. Короче, сейчас папа придет, поливай, смотри-ка, огонь прям. Папа придет, сейчас угольки останутся одни. Видите, мангал из того, что было. Верх мангала у нас есть, готов, надо ножки теперь. Запашок пошел вкусненький. Эдик штукатурку только закончил. Сейчас вкусненько поужинает, да? И отдыхать. Ну что, ты отдохнул сегодня? Да, ой, блин, что за денек был. Прям вот отдохнул, вот как отдохнул. Выходной, что? Да. Выходной с рабочим уклоном. Ну да. Ну ты ж не можешь, вот не можешь взять один день просто лечь, просто поспать, просто, я не знаю, выспаться. Пойду спать. Сколько делов. Ну да. Весь в растворе. Щекотурка. Щекотурик. Так сарай все, да, уже тут? Полностью? Почти. Окна бы, девчонки, поставить бы туда пластиковые. Двери бы. Ну, блин, сейчас не до сарая. А так у меня потом мечта воткнуть туда двери, окна, чтобы он такой свет там был. Ну, здесь бы, вот видите, вон там вон воду вывели, и вода горячая будет. Все. Ну, это мы так называем сарай, конечно. Не совсем это и сарай. Такие вон в этом, на побережье. Отдыхающих держит. Че, теперь тебе косить еще, Эдик, вот эту половину. Пока эту покосим, та подрастет. Шашлычочек. Ну, уже, я так думаю, это... Не-не-не, еще да рано. Лучше поливай, пускай он сильный огонь делает, тогда поливай и будет. Пусть потомится, а то внутри будет сырой. Тимур же начал этот на сильный прям огонь ложить. Сидим, ребятки, такой вечер хороший. Такой спокойный, тихий. Тимур пошел отдыхать. Сказал, позовете, как будет готово. Ну, пошел туда к себе. Девчонки пошли в парк гулять. Тоже сказали, как шашлык будет готов, позовете. Когда Эдик дома, все, двор оживает сразу, да? А когда Эдика нету, все как-то, ну так. Хорошо, когда все дома.
Вот даже когда кого-то одного нету, когда дети оставались, а у мамы там, да, допустим, Алина, вот ее нету, и все равно, как будто вот все равно что-то не хватает, да? Как будто пальчика вот пальчика, да, пусто, как будто бы. А так, когда дома, хорошо. Вся семья, когда в сборе. Комаров нету. У нас комаров нету, да. Нет, так один-два там пролетят. А так массово у нас нету, хотя, да, вот вроде бы, вот там пруды у нас же, поля, массово нету. Эдик уже попробовал один сырой, ну, съел. Горячий сырый не бывает. Ему всегда, он горячий сырый мне, я такой шашлык не понимаю. Ну, хотя, что там, я этого шашлыка, наверное, даже пол этой лытки не съем, но я не могу, чтобы сырой был, все у меня сразу... идет отторжение, я не могу сырой шашлык. Лучше подождать время чуть-чуть, и будет нормально. Картошка даже сырая еще, не то что шашлык. Мы радио притащили сюда, свет сюда кинули. В общем, когда-нибудь это место облагородим. Облагородим. Лишнее поубираем. Вот эта вот загородка сзади, это было первое наше строение в этом доме. Короче, поехали. В этом дворе. Купили ж мы этих уток. Ну, короче, как порядочные жители аула. В ауле живем. Вот этот стереотип. Надо все держать. Ну, и нам как-то это внушили. Понакупили курей у этих цыплят. А держать-то негде. Это вот этот сарай мы построили уже потом. И этот держать негде. Старый. Вот здесь вот сарайка была на этом месте. И, короче, по Авито. Где дом сейчас? Да, где сейчас дом. Старая сарайка была. Там и крысы, и, короче, поняли, там чего только не было. И мы, в общем, притащили, в Авито нашли вот это железо, чем сверху. Сначала в Авито фотку показали профнастил, да? В Невинке. И мы ж такие, ой, профнастил, да еще так дешево. Приехали, а там вот такая вот бруда. Дырявая. Так смотрим друг на друга, ну а что делать? Других вариантов, денег у нас не было вот этот профлист купить. Ну, и Эдик говорит, ну ладно, говорит, дырки чем-нибудь заделаем. Короче, силиконом, да. Короче, кое-как что-то там слепили. И толком мы не держали там цыплят. Запустили цыплят, и как начался расклев, они как начали друг друга клевать. Наводнение. Короче, мы что с этими живностью понатерпелись, поэтому полное отторжение идет, чтоб это я не знаю, как я еще на попугаев подписалась. А попугаи что? Ну тоже перья летят, тоже корм летит в разные стороны. Не 300 цыплят тебе. Ну да. Так что вот так, ребятки. И будем вот эту халабуду сносить, конечно же, первую нашу постройку. Здесь виноградник. Виноградник, да, вот. Ну, видите, время нету, все, столбы, все готово. Надо просто сверху наварить, да, арматуру или какое-то железо. Да. И вот он тебе готовый виноградник. Уже и виноград хорошо пошел, уже и кисточки висят на нем. Ну, все упирается во времени и в деньгах. Когда... нету денег, приходится работать. Когда приходится работать, не можешь ничего сделать дома. Тут зима настает. Ну, за зимой сезон, да. Весна. Весна, да, работать надо. Дожди прекратились. Полей сейчас сгорит, глянь, там сильный огонь. В общем, вот так вот и про. Ну как, все равно за 5 лет. Этих, знаешь, люди всю жизнь есть и строятся, все никак. А за 5 лет все равно мы сделали много. И отопление провели, и какие-то частично коммуникации провели. Тоже ж как не этот. Не в каменном же веке живем. Все потихоньку будет. Кто-то вообще в 50 лет начинает строиться. Ребятки, за качество видео извиняюсь. Ну, вы нас слушаете, вы нас не смотрите. В 50 лет начинают строиться. И ничего, а чего делать? Все идет своим чередом. Переплюнуть невозможное мы не можем. Вот и все. Главное, не на голову не капает, и все. Главное, до того, как детей начнем женить, замуж выдавать. Вот до этого времени успеть. Еще у нас есть время, но уже очень чуть-чуть. Уже прям вообще чуть-чуть. Сейчас еще и тоже дети позаканчивают школу. Тимур, вот что ему, 2 года. И все, и начнется. Вот за эти 2 года надо успеть многое. Хотя бы вот какой-то ремонт, какую-то красоту поднавести в доме. Двор это уже все такое второстепенное. Так что, ребятки, вот так. Короче, шашлык наш замученный. Он уже бедный и горел, и поливался. И зажарился, он уже там
этот, как его, варится, давай, варится, звони, доваривается. Девчонкам? Да. Ой, там сейчас у них самый разгар. Хорошо, вот так парк у нас построили в ауле. Этот. И молодежь, дети прям гуляют на ура. Освещение. Ну, приятно вот в такой атмосфере гулять. Все дети туда сейчас собираются. Там сейчас только жара началась, а ты это придут, потом поедят. Как раз аппетитно гуляют. Все, ребятушки, пожарили. Это чебуреки. Что я сегодня жарила? Картошка. Все, сейчас девчонкам звоню, пускай домой идут. Ну что, налетайте, пробуйте. Папа с сыночком. Флешка наша здесь, косточки, ест. Девчонки, качество видео, сама знаю, что плохое, потому что от лампочки отсвечивает. Сынуля, работяжка, да? Так, завтра девчонки все приезжают интернет проводить. Ну, вроде так договорились до часу дня. Ну что, картошка прожарилась? Ну что, иди как? Да. Да? Тут слов нет. Да? Ну, это общее этот. Что общее? Ну, кто-то костер разводил, кто-то мариновал, да. Кто-то... Кто-то подгорел его, кто-то дожарил, да, кто-то доваривал. Короче, да. В совокупности получилось, да, нормально. Ну, приятного вам аппетита, мальчики. Спасибо. Посидим еще, их так хорошо на улице, не жарко у нас, да? Самое главное, комаров нет. Комаров нет, да. Сидим, общаемся, мечтаем, балдеем. Тимур, эти, как его, чебуреки. Чебуреки, горячие чебуреки. Чебуреки или пирожки? Ну, чебуреки ж продавала и пирожки. Не, не так. Пирожки, Я никогда пирожочки не... Я говорила, пирожки, горячие пирожки. Пирожочки. Пирожочки я не говорила. Мне и пирожки-то изначально было стыдно говорить, когда я вот так торговала. А потом уже так привыкла, уже пофигу. Надо было их тоже на костре подогреть, эти, как его, чебуреки. Сидим, ребятки. Шашлычок поели все. Вон еще лежит. Уже никто не хочет. Комуся так и не поела. Почему? Наверное, мороженое ели, да, с Алиной покупали? Нет? Алина ничего не покупала? Смотри, деньги. Деньги, значит, деньги же Алина брала или не брала? Брала. А, она, наверное, с подружками. Алина бегом забежала, еще одноклассницы гуляют. Ну, этот, в смысле, вот здесь все под контролем, все на виду здесь. Вот, быстро прибежала, Комусю привела и пошла дальше. Сегодня же, девчонки, она праздник. Опять в парк. Ну, в парк с подружками. Этот, сегодня же праздник, день семьи, любви и верности. И вот как раз мы по-семейному так, да, и сидим. Так, и Алина не планировали. Алина обидела тебя, то, что с собой не взяла. Ну, у нее уже взрослые подружки, а ты, мелочь пузатая, подрастешь и будешь со своими подружками гулять. Почему ты обзываешься? Потому что ты мелочь пузатая. Нет. Пузатая. Сколько арбуз ела сегодня, и так живот прям вытянулся. Нельзя так подписчикам говорить. У нас подписчики хорошие, они нас поймут. Они тоже посмеются. Это не оскорбление. Да. И, в общем, день любви, семьи, любви и верности. Семья есть, любовь есть, верность есть. В общем, наш праздник. Но мы и не планировали вообще там. Ну, да это просто вот, девчонки, чё, я вообще бы хотела на ужин просто в духовке пожарить. И вот так получилось. Ну и хорошо, что так получилось, да? Сидим, мечтаем. О ремонте, общаемся, планируем, что куда поставим. Я там уже все шифонеры покупаю. Ну, ничего, все будет. Хороший вечерок такой. Ну, прохладно. Я сижу, Комуся принесла мне свой пледик. Мама покупала еще ей, когда этот она только родилась. Уже вот сколько лет этому пледу. Я пледиком укрылась. Она без него жить не может. Уже ноги у него торчат с него. Но этот плед, я его сколько раз убирала, он же маленький уже. Нет, она достает его. И Комуська тоже укуталась, да? Я люблю. Хорошо с мамой, папой, да?
Она вот так говорит, ну, она вот, что, она ж ребенок, она, наверное, думает, что мы всегда вот такие молодые, две бодрые коровки будем. Мы ж всегда такие, да, будем? Мы ж старенькие когда-то станем. А ты будешь большая, уже взрослая. Ты знаешь, что мы старенькие станем? Или не ты хочешь? Ты за нами ухаживать будешь. Да. Алина и Тимур. И Алина, и Тимур. Мы же за вами ухаживаем. Да. С вашего рождения, ну. До сих пор. Ну. Вот. А когда мы потом мы старенькие будем, потом ваша очередь придет за нами ухаживать. Или не хочешь, чтобы мы старенькие были? Не хочу. Чтоб ты всегда маленькая была, а мы такие, да, с папой? Ничего, подрастешь, все поймешь потом. Ты же хочешь большая становиться, красивая. Работать ты хочешь, ты же врачом хочешь быть. Ну, а кого ты будешь, взрослых лечить или детей будешь лечить? Маленьких и взрослых. И детей, и взрослых, всех людей, да? Терапевт, короче. Да, девочки, терапевт, записываемся. Да. Сейчас к терапевту без очереди не попадешь. По записи. В общем, вот тебе и совпал и праздничек такой, и вот такой вечерочек приятный. Эдик штукатурил целый день, но я в том видео показывала. Я по дому, стирка. Ну, короче, делов, наверное, делов девчонки хватает всегда. И стирка, и уборка, и готовка. Тут это пылище. Ну, сегодня я, конечно, изощрилась, а и чебуреков нажарила. Там, кто в видео спрашивает, Юля, ну неужели не один? Ну, девочки, нет. Я только взяла оттуда фарш внутри. Вот, ну, с одного чебурека фарш взяла, все, я наелась. Теста тем более нет. И вот сейчас сели, я даже половину ножки не съела, даже половинку. Это вот тяжелая пища, ее чуть-чуть всего заходит. Поэтому вот такое мое пока питание. Что дальше будет, будем показывать. Ты веришь в меня, Эдик? А? Я с самого начала верю. С самого начала. Он мне всегда верил. На всем моим диетам. Я вот так. Так, все, я на... Это еще до операции. Так, все, я на диете. Так, меня чтобы поддерживали, понятно? И он меня поддерживает. Потом я, Юля, срывается и пошло по новой. Ну, когда люди любят друг друга, там нету толстый, худой. За это, ну, вообще вот, это поймут только те люди, да, кто вот... Ну, действительно любят друг друга, чтобы там за толстоту любить или за худобу любить. Это все понятно, что для эстетики это все надо. А так это... Ну, вообще проблем у нас с этим никогда не было, чтобы там мне Эдик сказал, ты там толстая или еще что-нибудь. Он говорит, я ему говорю... Он говорит, не знаю, ты нормальная. Вот так всегда говорил. Я, говорит, не замечаю вообще, что ты толстая. Ну, тебя же не волнует то, что я худой. Ну, да. Ну, худой как? В меру худой. Я там не скелет, не... Ну, близко к этому. Ну, в общем, вот так вот. В общем, вы с нами такой вечерочек провели приятный. Ну, я, вы знаете, за качество, девчонки, мне не пишите. Знаю, качество ужасное. А что там смотреть? Вы все видели. Вы слушаете то, что мы говорим. Да тут слушать надо. Вот, и с вами хотела вот так поделиться. Вот таким душевным, приятным вечерком. А так, всем спасибо. Да. Всех тоже поздравляем с этим днем. Чтобы все семьи крепкие были. Чтобы каждый день такой был. Любой день, любой вечер. Да. Не надо много денег, чтобы его организовать. Не надо ничего. Надо просто желание вот так вот семейно, чтобы... Так что... И чтобы все друг друга любили. Да, чтобы вот, любили все. Вот изюмочка, этот, изюминка наша. Вот. Да. Этого вечера вот Камила сказала. Алины не хватает, но Алина фык-пык быстро забежала. Я говорю, Алина, ешь. Не, я не буду там, ну там же подружки ждут. Они тоже редко выходят, вот редко. Сейчас все эти дети все дома сидят. Бывает вот так вот, там раз в неделю они выскочат, подружки там все встретятся. Все, и у нее видно эйфория такая, она вот прям этот. А вот так бывает месяцами они не встречаются, о чем там. Да вот сейчас как-то начали они, да? Пока каникулы, ну, хоть когда-никогда, да.
Днем жарко, никто не выходит. А хорошо у нас в парке освещение, там лавочки, все новенькое, все чистенько, уборку там делают, косят. В общем, детям это вообще замечательно. Потом в Дом культуры тоже нам сделали этот, тоже лавочки, тоже молодежь там сидит, отдыхает. Ну, в общем, хорошо. Все хорошо. И в ауле хорошо. Мне в городе не нравится. А Камила у нас аульская, она вообще город, вот едем, выезжаем, да, она оттуда вареная, она говорит, как я ненавижу этот город, как, говорит, хорошо в ауле. Ну, ты в ауле родилась, это Тимур в Москве родился, Алина в Сочи, а ты у нас аульская и родилась в ауле. И замуж, кому выходи в аул, будем тут рядышком по соседству, да. На маршрутку села, бах, и приехала. Папа далеко не ездил за тобой. Да. Она у нас аульская. Она даже не любит, вот она любит магазин, вот этот гипермаркет, что у нас открыли здесь в ауле, Смарт. А вот в нем любит, потому что в нем людей как-то, да, не так много. И большой он такой, огромный. А в городе пошли мы, а вот в магнит, в гипер зашли, а там мы начали фрукты покупать, а там людей столько. А она, видно, ей аж плохо от такого количества людей, от вот этой суеты. Ой, поехали быстрее домой, поехали в наш магазин. И вот это она с нами ездит, она готова ехать на рынок, куда угодно, чтобы на обратном пути мы заехали в этот большой гипер. Большой гипер она заходит, выбирает там себе, что надо, да? Ну, в субботу поедем, да, и опять в гипер. А, в субботу не поедем, ей получится. Папа у нас куда там, на конференцию сход плиточников едет. Вот. А ты, а на обратном пути мы сами будем добираться. Так что ну, папа приедет. А кто нас там ждать будет? Папа приедет, на следующий день, в воскресенье, отвезет тебя в Смарт. Она любит разглядывать, ходить, вот эти полки, магазины. Ну, посмотрим. Все, ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Ладно, ребятушки, все, прощаюсь с вами всеми. Всем спасибо, что провели с нами этот вечер. О, котейка наш идет. Тайсон. У него ошейник. Ошейник одели, сегодня накупали, их обработали. А где ошейник, кстати? Ты не снял его? А, нет, вон он, с красненьким ошейником. Дайте ему тоже шашлычка. Ладно, ребятки, пока.